Здравствуйте, с вами Валентина Журавлева. Я вам хочу показать мох, который растет в Европе, на севере. Это Сертолово Ленинградской области. Вот такой мох произрастает классный. Так что сейчас я вам ниточку его покажу. Какой он длинненький. Вот такой вот мох. Вот такой замечательный мох растет в Ленинградской области. Название, конечно, не знаю. Но вот такой интересный мох растет в Ленинградской области, на севере Европы. Это как бы мы находимся на широте Канады. Вот такая вот классная штука. Всего хорошего. С вами была Валентина. До свидания. Жду вас на своем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду рада.